Всем снова привет, с вами я, Фриз. И сегодня я бы хотел сделать реакцию на все видео на канале моего друга Эльзимка с моим участием. То есть все видео, там где ассоциируюсь я или есть я в его роликах. Думаю, вам это видео понравится. Сразу поставьте лайк, подпишитесь. Ну, а мы поехали! Так, ну вот, мы уже на канале нашего любименького Эльзимчика, и мы будем делать реакцию на ролики с моим участием. Я думаю, ребята, вы знаете то, что на канале моего друга Эльзимка есть много роликов с моим участием или связанных про меня. Ну вот, к примеру, первый ролик — это разоблачение на Фризи. Аксолотль танцует там что-то. Это просто типа разоблачение на меня, типа по рофлу. Ну, давайте посмотрим. Всем хэллоу, друзья. Так, сегодня вот, мы будем прикольный ролик. Аксолотлики такие, Фриза. Это скин из Роблокса. Сегодня... Фриза. Ой, что это за видео? Что это за такое? Что это за шурцы? Шурцы. Это Фриз. Такие шурцы. Это Фриз в реальной жизни. Смотрите. Он выпускает только шурцы. Да, дальше шурцы. Дальше он лучше. Он раньше уже было хуже. Видео не снимает 2 недели. И не сними тики-щирцы. 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 Да-да-да. Щирцы тебе. Смотрите на его, какой он не красавчик. Конечно, конечно, конечно. Это, если что, он ребята, разоблачение. Просто его попросил в сообществе. Ну и сделал видео. Так по приколу. Дизлика. Дизлика быстро. Дизлайк быстро. Он меня здесь болит. Это не так, на... Такой прикольненький. Так, следующий. Так, вот. Пока что ничего еще нету. Так, какой еще? Когда у Фриза вышел новый... Это типа Roblox-версия. Давайте посмотрим. 3, 2, 1. Да. Ой. Это я быстро типа читаю трек или что? Ну, это тоже прикольный ролик. Я не знаю, как Эльзимк именно снял вот его вот так. Не знаю. В Роблоксе, наверное, очень круто разбирается. Следующее — это шортс, который набрал 39 тысяч просмотров. Друг или алмазы, Майнкрафт, угарные мемы, 2021 шортс. Давайте посмотрим. Я просто от просмотров шорты. Давайте лайк еще поставим. Так. Нет! Нет, да, молодец, молодец. Молодец, молодец. Вот, я просто в шоке от этого шорта. Давайте идем дальше. Это день рождения Фриза, 12 лет. Ролик выходил 3 месяца назад. Да, у меня тогда был рождение. И он, 31 июля выпускал в 00:00. И тогда уже 1 августа. Ну и, короче, трек «Манимани» выходил. Давайте посмотрим. Всем hello, а дружим хай. Я думаю, что Фриз смотрит это видео и думает, почему у меня такой скин. Да, вот этот скин, кстати, прикольный. В честь подарка. Я буду менять его и похожа на его. Ну, это специально, чтобы Фриз такой... Подумал, ого, какой у меня друг, типа, и ну даже да, вот, не забыл это добавить смайлик. Здесь есть красный маг, это самое главное. Хорошо, я думаю, будем приступать. Это специальный мир для Фриза. И это тоже является одним из подарков. Хорошо, давайте, поехали. Интро. И интро. Да-да-да, это интро. Привет, Фриз. Так, сегодня твой день рождения. Ты забирайся. Мне кажется, то, что Эльзимк делал эту карту, ну, чтобы я проходил ее, но день рождения, у меня не было времени, все подарки, такое все. И он, типа, сделал для этого видео, я так считаю. Вот. Да, вот даже написал, я вместо его это сделаю. На гору. Так давайте поехали на гору. Карта, вот Эльзимк за карту ты, лайк, прикольно. Карту? Где-то... Примерно больше 15 дней. Так держать. Больше 15 дней, ну, может быть, 3 недели карта. Ну, нормально, нормально. Молодец. Просто идти вперед, ну, логично. Правильно, дальше здесь уголь. Тебе туда. Нам туда, бежим. Так, хорошо. Сюда. И летает.
сюда. Ой-ой-ой, попади в воду, так давайте, хаба. Так, ну что, ребят, как вы думаете, попадет ли Иксдимк в воду, или он как-то магическим способом попадет на берег? Как вы думаете? Давайте... Уи-бунь, кстати, никто здесь уже изумруд, загадай, что загадай? Ошибся. Может, залезай? Иксдимчик ошибся немного. Прошли. Поздравляем, ты прошел. Теперь иди вперед. Давай, бежим, бежим, бежим. Если что, я знаю, там будет домик, потому что я смотрел это видео, но не буду спойлерить. Иди сюда. Куда сюда? Вот сюда вот копать, что ли? Ну так, правильно, сюда. Ой-ой-ой, это будет опять плохо. Заходи сюда. Это домик, заходи. Да. Давайте, всё, это вот домик сейчас был. На 3, 2, 1 просто возьмем и зайдем, и Флиз увидишь, как я для него старался. Кстати, я кого-то уже слышу. Это мои друзья. Раз. Аксолотлики. Сюрприз! Это твой домик. Теперь давайте посмотрим, что здесь. А здесь урожай Фриза. Урожай оранжерея. Здесь мои друзья. Спасибо. Здесь есть лупа. И подстилка котик. С днем рождения, Фриз! У-ху! Как же тогда было круто. Блин. Фриз, я надеюсь, тебе понравилось все. Очень понравилось. Очень. Если честно, очень, ребят. И Иксдимк тоже очень постарался. Я бы, кстати, напиши в комментариях, осталась ли у тебя эта карта, потому что я бы хотел ее заново типа, пройти или посмотреть, или это будет наша с тобой карта и что-то там. Так что вот, Иксдимк, очень прикольная карта, лайк, ты просто супер и молодец. За тебя, чтобы не тратить твое драгоценное время. Хорошо, тогда всем папа. Так, шортс, так... Какой следующий ролик с моим участием? Это «Насколько фрискиловый в паркуре?» Мне кажется, это мой самый любимый ролик на канале Иксдимк, потому что там очень много приколов. Так, всем хеллоу, друзья, хай. Сегодня мы проверим скиллы Фриза эксперимент. Плюс досмотри до конца. Если что, я тогда был нубом и что-то проходил паркур очень долго. Ну, давайте смотреть. Так. Так, мы приступаем к первому уровню, и первый уровень... О, это да что так громко, что это за смайлик? Пипец. Да, это я сам смотрю. Паркур интересненький. Паркур очень сложный. Я тебе могу помочь, но только помощь стоит лайки. И, друзья, если вы поставите лайк, тогда я ему 100% помогу. Я думаю, что вы еще лайк не поставили. Да, не повезло, не фартануло. Посмотрите. Стой, не двигайся. Вот таких мемов с таким черно-белым экраном здесь в этом видео очень много. Так что... Короче, ставьте лайк на этот ролик и подписывайтесь на Иксдимка, потому что давайте ему добьем до Нового года 500 подписчиков. Это будет от вас. Его подарок на Новый год, думаю, вам не будет сложно. Подписываемся. Посмотри на меня. Посмотрите, какие его милые глазки. Подпишитесь на канал, иначе эти глаза... Я домотал, ну, чтобы не тянуть время, до одного интересного момента. Просто посмотрите и без комментариев. Вот тебе нужно прыгнуть в водичку. Так, и один, я здесь не прыгну два, в водичку. Три подписчики, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Да. Кажись, кто-то не поставил лайк, не подписался и не поставил колокольчик. Да, кажись, здесь, короче, смотри, здесь барьеры. Только выходить здесь стенку нельзя. Здесь барьеры, и но тебе нужно честно, пройти. Вот с этими барьерами было очень легко. Это с ней лабиринт. Потому что там ну, друзья, я думаю, пока он будет проходить этот сложный лабиринт, ну, как бы он не очень сложный. Тогда я включу быструю съемку, потому что я думаю, он быстро это все-таки не пройдет. Ой, кстати, друзья, сложный. Да, он прям сложный. Я думаю, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк, тогда он найдет выход, и колокольчик, если поставите, тогда он найдет выход, и еще дальше уровень пройдет, и получит главный приз. Вы поставили лайк, подписались на канал, и он нашел выход. Хорошо, лабиринт был сложный. Стой, тебе здесь так, нужно теперь будет Ламборгини, из сука взять в вагонетку. Так, и так, через смотри, твою вагонетку сейчас вот ставишь так, сюда вот вагонетку, твою вот так вот, чтобы ты не умер. И мы здесь поставим тебе чекпоинт. Давай садись вот будет сюда, вот на вот этот вот. На вот сейчас. И едь дальше там. Так, я буду делать хейтером. Так, я буду делать хейтером. Ехать по хейтерам. Ты не туда едешь, давай, едь назад. Повелись сюда вот и повелись в ту сторону сейчас, едь. Давай. Давай. На машине, на Ламборгини. Давай, едь. Вот. Ламборгини, скорость 9999 километров в час.
Здесь что тебе там... нужно найти правильно. Кстати, ребят, видели там какая-то картинка промелькнула? Надо, короче, когда-то остановить и посмотреть, что там за картинка. И Димк, тоже напиши в комментариях, что это за картинка промелькнула. Может быть, это что-то связанное со мной? Ну и кнопку не найдешь, так умерешь. Кнопка! С первого раза нашел. Смотрите. С первого раза нашел. Мне что-то подсказывает. С первого раза. Ты читер! О, ну хорошо. Вот там от тебя зайдет главный приз. Открывай. Главный приз. Смотри, что это и будет. Тебе будет главный приз. А посмотрите. Ах, ты же стырил приз. Так. Ребят, не обращайте внимания, здесь у Иксдимка произошел нервный срыв. Я потом его через час завел в психушку, и сейчас он сидит в тюрьме, ну, для психбольных, и все нормально. Да. Вот так. Ну хорошо, давай. Я думаю, тебе приз понравился. Скажи всем пока. Ну вот такой ролик немного смешной. Подписываемся и всем пока. Ну что ж, ролик подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. И Иксдимк, обязательно напиши в комментариях, что это был за момент. Ну, надеюсь, ты понял, ну, что это за картинка промелькнула. Так что вот, думаю, вам понравился этот ролик. Ждите от меня новостей в следующих роликах. А с вами был, как всегда, я Фриз. Всем удачи, подписываемся, ставим лайки. И всем пока-пока.